Уважаемые дамы и господа, мы рады приветствовать вас в нашем зале. Сегодня создают семейный союз Наталья Баранова и Рутенда Мбагович Гмебезова. И Рутенда Гмебезова. Сегодня день вашей свадьбы. День, который станет началом новой семейной жизни. Дожили. Внуки мои будут Гмебезовы. Ой, да нормальная эта фамилия. Означает, вынесите меня в богатство. А, так это много объясняет. Вы, значит, без мыла в нашу семью влезли, а теперь мы, Барановы, должны вас со своей шеи богатство нести. Да русские мы, русские, во втором поколении. В знак любви и верности прошу обменяться обручальными кольцами. Даша, иди завтракать. Не могу, мам, надо бежать. Пока доеду, пока морально подготовлюсь. А, я все забываю. У тебя же сегодня операция по пересадке сердца. Вообще-то первый день практики в больнице тоже очень серьезно. Удачи, солнышко. Спасибо, мам. До вечера тогда. Пока, папуль. Пока. Что-то она не договаривает. Надеюсь, это парень. Надеешься? Что есть какие-то варианты? Да все что угодно. Большущая татуировка, которую надо колоть 2 месяца. Подпольная клиника по излечению пули с бандитов. Господи, у моей жены такое богатое воображение. Не перестаю поражаться. Ну а как же иначе? Когда муж сказочник. Не начинай, я прошу тебя. Я тебе 100 раз говорил, никого у меня нет. Ничего-ничего, скоро будет. Я тут вчера твой костюм в химчистку сдавала. Что тут у нас? Кажется, 8-я неделя. Такая потрясающая надпись сзади. Ты будешь отцом. Поздравляю, Роман. Это не мое. Да. Конечно, я в клинике работаю, ты понимаешь? Это нашей пациентки, вернее, пациента. Она попросила, чтобы ему передали. Господи, я положил в карман, забыл. Все, все, хватит. Хватит. Поживешь пока на даче. Даже скажем, что пишешь статью, тебе нужно поработать в тишине, а дальше придумаем, как объяснить развод. Чего? Ир, ты что, серьезно? Вполне. Нет, я понимаю, ты сейчас на нервах. Ну ладно. Ладно. Если тебе так будет лучше, я поживу отдельно. На даче. Знаешь что? Колумба, я с собой заберу. Пойдем. А то там подохнешь со скуки. Ну, где твоя переноска? Привет, Дашка.
Ну ты как, готова к первому дню в больнице? Ну конечно, куда я денусь? Только давай на медицине, ладно? А то уже надоело не разговаривать. Ладно, ладно, молчу, молчу. Поехали. Кстати, какие у тебя планы сегодня на вечер? Никаких. А поехали на тусу? Я тебя хочу со своими друзьями познакомить. Ты же не против? Я только за. Это мужчина, 35 лет. Пулевое ранение в голову. Время смерти, я думаю, часа два назад. Ну, нужно уточнить. И никто не слышал звуков выстрела. Хотя дома вокруг. Глушитель для этого и создан. Это правда. Да. Где тебя носят? Шеф, я осмотрел квартиру. Там собраны все чемоданы. Да, еще вот это. Билет США в один конец. Да, кстати, посадка уже закончилась. Не успел, значит, товарищ, в страну больших возможностей. А личность ты его установил? А то. Убитый был ученым, работал в НИИ органической химии. На работе сказали, недавно совершил какой-то прорыв в области дубликации, шмубликации. Короче говоря, шеф, настоящий патриот. Забрел, купил билет в Штаты и умер. Второй за полгода умер, Игорюк. А вы про то дело на бассейне? Угу. Да ведь тоже молодого ученого убили. Шеф, тогда вроде как ограбление было. Вроде. Только как-то удачно его очень ограбили. За несколько дней до презентации его разработок. Вы как-то связываете эти убийства? Гореш, на бассейне тоже мелькали какие-то там таинственные иностранные инвесторы. Угу. Ты это? Я понял, да. Проверить переписку, да? Угу. Погоди. Запроси записи с камеры видеонаблюдения. Понял. Погоди. Так. И биллинг его телефона. Да, есть, товарищ майор. Выполняй. Доктор, что с ней? Как сказать сложно, была бы она постарше, я поставил бы на инсульт. А ну, у нее не инсульт? Мужчина, я сказал, пока без предварительных диагнозов. В кабинете разберутся. Где? В кабинете путешественника. Да. Это отделение на территории городской больницы. Там изучают и лечат болезни экзотические, которые туристы привезли из разных стран. Но мы нигде не путешествовали. Только полгода назад в Африке. Если в кабинете скажут не их профиль, переведут в главное отделение. Все, все, кто хочет сопровождать скорую, езжайте за скорой. Доктор, я с вами, доктор. Поехали, поехали, поехали. Пойду мышей проверю. А Летучка? Ну, если не успею, начинайте без меня. Да, да, мы уже привыкли. Здравствуйте, Владимир Леонидович. А мне не предупредили, что вы приедете? Да и не должны были, я, собственно, не к вам. Доброе утро, Ирина Владимировна. Вы изумительно выглядите. Вообще, это удивительное сочетание красивой женщины и прекрасного ученого. Благодарю вас. Вы уже решили вопрос с увольнением? Я что-то не понял, с каким увольнением? Ну, видимо, ваша жена не все вам сообщает. Да, кстати, Роман Дмитриевич, а как там дела с изготовлением лекарства от кинитры? Ну, финансирование идет, а результатов нет. Ну, препарат проходит уже в стадию испытаний, и мы на пороге прорыва. Я слышу эти басни каждый день в течение полугода. Ну, видимо, не каждому дано войти в историю медицины. Будьте здоровы. Я вас жду. Я хотела тебе рассказать. Но не рассказала.
Колумб, побудь пока здесь. Восемнадцатое января, вторник. 9:30. Лабораторное животное 03S1. Мышь по кличке Мила. Была инфицирована 48 часов назад. Ей был введен препарат версии 8.1. Результат неудовлетворительный. Так. Что ж, хорошо. 18 января, вторник. Время 9:32. Мышь по кличке Элжернон. 11 часов назад был инфицирован штаммом кинитровируса. Будет сделана инъекция экспериментального препарата версии 8.2.1. Иди. Вот так, мой хороший, вот так. Иди сюда. О! Ну что, дружочек, желаю тебе удачи. Что ж мы никак не начнем, а? А как ты думаешь, Куницын вообще сегодня будет? Должен быть. Доброе утро, коллеги. Роман Дмитриевич сегодня задерживается. Как можно было, да? У меня есть для вас важная новость. Через неделю я покидаю кабинет путешественника. Я думаю, Роман сам выберет заместителя и сообщит вам о своем решении. А что случилось? Ириш, ты куда? Ну, мне предложили возглавить исследовательскую группу в лаборатории при университете. Я не стала отказываться. Поздравляю. Это очень круто, Ирина Владимировна. Ну, конечно, очень круто. Вокруг одни ученые, а пациентами заниматься некому. Ну, почему же некому, Давид Георгиевич? Сейчас вот мы все вместе пойдем и займемся пациентами. Угу. Все на обход. Обход так обход. Марго, что случилось-то у нее? Они с Романом разводятся. Это что, серьезно? Пациент Василий Пенкин поступил в ночную смену вчера с симптомами амебной дизентерии. Угу. Вась, привет. Здрасте. Марго, почему он в пузыре? У Васи первичный иммунодефицит. На фоне болезни его иммунитет угнетен, так что лучше перестраховаться. Я не хочу сидеть в этом пузыре. Я тебя понимаю. Я знаю, малыш. Ну, что я могу для тебя сделать? Я собаку хочу. Шеф, я проверил камеру с подъезда. Там участок засвечен. Как будто кто-то лазерной указкой глазок камеры залепил. Ну, я ждал чего-то подобного. Так, ну и как мы будем искать связь между убийствами? А я ее, возможно, уже нашел. Вот. Знакомься. Некто Владимир Демин. А раньше работал директором одного из НИИ, а теперь бизнесмен. В биллинге у обоих ученых незадолго до смерти обнаружены звонки на его телефонный номер. А вот и он сам на видео. Шеф, откуда запись достал? Откуда, откуда? Все оттуда же. Технарей попросил найти его среди городских камер с интегрированной системой распознавания лиц. Интересно, а что это за мужик рядом с Демином? Понятия не имею. Так, если пофантазировать, навскидку. Американец. Да ладно, еще вдруг. Обычный пижон. Выдает что-то, я не знаю, совокупность факторов. Сидит вот это вот расклябанно. Поза у них, кстати, называется четверка.
Улыбится во все 32 зуба, жест этот все время тыщет. Ну, как-то стереотип, американец. Запись сегодняшняя? Да. 2 часа назад сделанная. Вот что я мыслю, Гореша. Наведайся-ка ты к этому Демину. Да? Понял. Погоди. Может, тебе повезет, заодно иностранца застанешь. Да, многовато. Сахар опять поднялся. Hello, Mr. Kunitsin. I guess we don't need to introduce ourselves. Want to talk about your project? In person. Здравствуйте, господин Куницын. Думаю, нам представляться не надо. Мы решили поговорить о вашем проекте. Лично. Все сроки вышли, а вы не выполняете свои обязательства. Что делать будем? What are we gonna do? Всех вместе туда все равно не пустят. Shoot! What the fuck? Пошли вон, чтобы больше здесь не видел. Ты пожалеешь. Well, let's go. Мы еще встретимся. Утренние показатели, положительная динамика по всем фронтам. Отлично. Ну, давайте его и проведаем. А кто-то говорит, что вечной любви нет. Да отрежет луну его гнусный язык. Ох. Ну, а в целом, как самочувствие, расскажите? Уже почти здоров. Утром 40 раз отжался, а неделю назад ходить не мог. Ну, я очень рада, что вам лучше. Но физические нагрузки рекомендую ограничить, во всяком случае, пока. Постараюсь, но не обещаю. Мне вот жену на руках носить надо. Ничего, походит ваша Валентина ножками еще пару дней. Сейчас сделаем еще один анализ. Если нет плазмодиев, то на выписку. Ура! Ну, сначала кровь, потом ура. Костик, милый, я с тобой! Повезло вам с супругой. Не у всех пациентов такие заботливые жены. Когда находишь свою вторую половинку, сразу это понимаешь. Это чего я вам рассказываю? Вы с Романом Дмитриевичем сами все знаете. 2 светила вирусологии в одной семье. Всего один укол? Ну да, у нас почти здоровы. Готовы номер 1! Давайте, быстро, быстро, быстро! Так, подержим. Наташенька, все будет хорошо. Слышишь? Ты поправишься, поедем домой. Все будет хорошо. Пациентка Гнебезова. Гнебезова поступила с температурой 38,4. Спутанность, периодические потери сознания, упала в обморок на свадьбе. Инсульт исключили. Вот результаты первичных анализов. Уважаемые гости, я правильно понимаю, что все присутствующие с ней контактировали? Ага, на свадьбе, но и до. Тогда вам всем придется пройти на карантин до уточнения диагноза. Так, тихо все! У нее не обморок, она же спит. Привет. Здравствуйте. А что за крики в здании? Да свадьба же, ну, пациенты. Пройдись-ка по слепым зонам. И посмотри, все ли в порядке. А то они, знаешь, ну, устроят тут филиал ЗАГСа с пьянками и мордобоем. Ага. А я посмотрю. Угу.
Алло, товарищ майор, я обнаружил машину Дюмина. Она где-то здесь, во дворах. Сейчас скину адрес. Ага. А вот и она, машина Дюмина. Шеф, отбой. Я перезвоню, можем спугнуть. Ага. Вы там как? А я где? Что со мной? Наталья, вы в больнице, на свадьбе вам стало плохо, вас привезли сюда. Я ваш лечащий доктор, Куницына Ирина Владимировна. Позвольте, я задам вам несколько вопросов и проведу осмотр. Так, скажите мне, пожалуйста, ваш отец сказал, что полгода назад вы были в Африке. В каком конкретно регионе? В Конго. Там у Рутенда бабушка с дедушкой. И сколько вы там пробыли? Около 3 недель. А можно я посплю чуть-чуть? Я так устала. Нет, нет, нужно немножко потерпеть. У вас что-нибудь болит? Голова. Давно у вас лимфоузлы увеличены? Пожалуйста, прошу вас. Прошу, проходите в этот бокс. Это что, все сюда, что ли? Да мы же там будем, как эти рабы в корабельном трюме. О, ну свату моего спросите. Вы бы не могли принести воды? Вода, вода есть, пожалуйста, вас напоят. Накормят. А насчет поесть, это, кстати, хорошая идея. А то зайдет 10 человек, а выйдет 9. Как в ту считалочке про негритят. И я даже знаю, кого первым съест. Ну, чего там наши эксперты наколдовали? Причина смерти – передоз опиатами. Плюс в крови обнаруженные вещества неизвестного органического происхождения. Результаты спектрометрии здесь. Слушай, может, они на словах еще просили передать, а? Ну, если кратко, то наркота кустарная, гаражного происхождения. А вот таинственное вещество сделано очень тонко. Похоже на гормон, только качественно синтезированный. Это с чего это они так решили, а? Мало изомеров. Значит так, Игорёш, возвращайся сейчас к ним и стой у них над душой, пока они тебе не расскажут, откуда наркота, понял? Болезненная сонливость, апатия, спутанность сознания, тремор. От себя добавлю. Резкие скачки температуры и увеличение лимфоузлов. Может это быть летаргический энцефалит? Потому что у пациента все составляющие триады эконома. Это лихорадка, это патологическая сонливость, это глазодвигательные нарушения. А где ты увидела у нее глаза двигательные нарушения? Она постоянно спит, у нее глаза почти всегда закрыты. Ну, если не спала. Ага. Ну, знаешь, как говорится, если бы у бабушки был летаргический энцефалит, она была бы дедушкой. Ой, Ир, обожаю ставить с тобой дифференциальный диагноз. Тебя здесь будет не хватать. Зайдешь через 10 минут после меня. Нас никто не должен видеть вместе. Никто не должен догадаться, в первую очередь, Ирина. Роман Дмитриевич! Валентина? Здравствуйте. Снова на пост? Да, я Костя. Вот, горяченькое вам принесла. О, хорошо. Ой, а что с вашей рукой? Да ничего, ерунда. Просто машину неудачно закрыл. А я тоже как раз к нему иду. Пойдемте вместе? Пойдемте, конечно. Как он себя чувствует? Намного лучше, вы знаете. Слава Богу. Валентин, да вы не переживайте, с ним все хорошо, управляется. Так что здоровайтесь, неразлучники. Так. Костя, что с ним? Готовьте инфекционный бокс.
Костя. Помогите, мне очень плохо. Что же это такое, а, Костя? Когда это началось? Недавно. Роман Дмитриевич, это не малярия. Я проверила под микроскопом на серповидном. Смотрите. Черт. Это кинитра. Ты можешь мне сказать, чего мы ищем вообще? Шрам от твердого шанкра. Он должен остаться после укуса мухи ЦЦ. Значит, она жила в Африке, у родственников жениха в окрестностях Конго. А там как раз много ЦЦ. Ирина Владимировна, ты гений. Угу. Кукушка хвалит петуха. Помогай давай. А чего помогать? Что, мы косички африканские будем заплетать? Не смешно. Кажется, нашла. Вот он. Ага. Ага. Вызывай дежурных, пусть ее везут в процедурные, я пока подготовлю все для любальной пункции. Товарищ майор? Слушаю. Наркоту, которую обнаружили в крови Демина, распространяют на так называемых автомобильных тусовках. Mm-hmm. Ну, типа стритрейсеры, знаешь. Схема простая. Отошли за угол, обменялись рукопожатиями, деньги, товар. Это как обычно. Да. Приметы барыги узнать не удалось. Да, кличка Мутный. Кличка Мутный. А когда у них следующая движуха? Правильный вопрос, товарищ майор. Сегодня вечером. Замечательно. Наведаемся в гости. Иди сюда, посмотри лучше, что я нарыл. Так. Машина Демина за пару часов до его смерти засветилась возле городской больницы. Вот она. Зачем? Вопрос. Я просил охрану. Возле больницы они ни Демина, ни его спутника не видели. Но, внимание! Есть нюанс. На территории больницы располагается кабинет путешественника. Это что такое? А это, дорогой мой друг, закрытая секретная исследовательская лаборатория. Ничего про нее не известно. Выяснил только, что возглавляет ее некто Роман Куницын. Внимание! Ученый-вирусолог. Ух ты! Угу. Спасибо, что пришла. Нужно мнение паразитолога. Консилиум проведем по ходу действия. Помоги мне ее перевернуть. Переворачивай. Мне нужно взять у вас пункцию спинномозговой жидкости. Угу. Молодец, 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 молодец. Еще немного. Отлично. Мимичка. Все, закончила. Поставили диагноз? Вы узнали, что с моей дочерью. А почему без этого? Так, давайте по порядку. Да, мы поставили диагноз. У Натальи африканский трипаносомоз. Это сонная болезнь. Значит, она не передается воздушно-капельным или тактильным путем. Поэтому вы сейчас все можете быть свободны. Кроме жениха. Дело в том, что заражение могло произойти через сексуальный контакт. Но у нас с ним ничего не было. Серьезно? Да. Вы сказали, что болезнь не смертельна, значит, с Наташей все будет хорошо. Не хотелось бы вас обнадеживать. Дело в том, что болезнь уже во второй стадии, паразиты проникли в центральную нервную систему. А отсюда страдает координация, речь и сон. Что мы можем сделать? Мы найдем любые средства, если сможете ей помочь. К сожалению, не могу ничего обещать. Ну, ни один доктор не сможет. Предстоит долгий путь к выздоровлению. Даже это не гарантирует Наталье полное восстановление. Ну, просто вы все должны быть к этому готовы. Конечно. Конечно, мы готовы. Ведь я поклялся.
Какой бы она ни была, здоровой или больной, я люблю ее. Мы же семья. Да. Мы же сможем вместе ей помочь. Конечно, конечно. Мы же вместе теперь. Мы все сделаем, все сделаем. Ирина Владимировна, можно вас на секундочку? Да, конечно. Вы уже знаете про Белова. Почему ты мне ничего не сказал? О чем? О Кенитре у Константина Белова. А с чего ты взяла, что это Кенитра? Что, коллеги сплетничают, а ты поверила? Резкий скачок температуры до 40, слизистые посинели, папулы на коже. А еще я 5 лет убила на разработку лекарства от нее под твоим началом. И знаю, какое оборудование ты используешь. Надо же, какая у меня любопытная и внимательная, практически бывшая супруга. Послушай, бывшая, не бывшая, я могу помочь. Так, на каком-то этапе, прежде чем мы с тобой начнем. Давай, показывай. Тихо. Никаких «мы» нет. Мы с тобой ничего не начнем. Мне не нужна твоя помощь. Почему? Там человек умирает, счет идет на часы, а ты меня прогоняешь из-за своих больных амбиций. Да что ты за врач? Ну надо же, как интересно. Когда ты хочешь уйти, ты стала интересоваться нашей вакциной, формулой. Может, у тебя еще и покупатель есть? Что? Какой покупатель? Что ты несешь? Дорогая моя, ты думаешь, я не знаю, что ты копалась в моем компьютере? Что ты хочешь продать формулу этому Смиту? Чего? Так, все, хватит. Знаешь что, последнюю неделю можешь не дорабатывать. Я сам со всем разберусь. И, кстати, со своим пациентом тоже. Да, Кузьмин, ты никогда не изменишься. Внимательнее, Горюша. Проверка препарата 8.2.1. Сегодня ввел препарат Элджерон. Думаю, что если учесть скорость метаболизма человека и мыши и ввести некоторые изменения, то можно будет ввести препарат пациенту Константину Белову. Роман Дмитриевич, а что происходит? Это называется работа. Знакомо такое понятие? Да, более чем некоторым. Вот не хотите рассказать, что происходит с Беловым? Мне тогда стала твоя привычка задавать вопросы, ответы на которые ты знаешь сам. Тогда откуда у него кенитра? Человек 2 недели лежит в стерильном боксе. Я не знаю. И мне, честно говоря, наплевать. Потому что я спасаю человеку жизнь. Я не об этом спрашиваю. А если у тебя не получится спасти Белова, нам ждать еще случаев кенитры в кабинете путешественника, а? Ты думаешь, это я? Давид, ты что, рехнулся? Вот из нас двоих кто-то точно рехнулся. Даша, можно? Даш, мне надо с тобой серьезно поговорить. Я могу войти? Даш, я вхожу.
Алло, Олечка, доброй ночи. Извини, что так поздно, это мама Даши. Здрасте. А Даша, случайно, не у тебя? Ой, знаете, тетя Ира, нет, не у меня. Так, а ты не знаешь, где она может быть? Ну, может быть, с Борей? С каким Борей? Боря, это кто? Здорово, братва! Здорово, Батона! Привет! Опа! Ура, один, вы на месте? Мы на месте, ждем сигнала. Здорово. Ага. Ничего не забыл? 500 евро на дороге не валяются. Знаю, брат. А вот это, кажется, он. Все нормально у меня с собой. Бурга-1, работаем! Работаем, парни, работаем! Всем оставаться на местах, руки за голову! Руки! Вы что творите, а? Мужики, вы что творите, слышите, да? Вы что, мужики? Я за адреналин, давай! Костя! Ты должен жить, Костя! Грилл! Да! Давай! Смерти 20:15. Позволяйте, отпустите его! Отпустите! Отошла! Иначе в изолятор поедешь! Отошла, я сказал! Отпустите! Отошла, тебе непонятно, что ли? Сейчас ногу прострелю! Даша, что происходит? А, может, что ты здесь делаешь? Неважно, вам срочно звони папиному адвокату, они Борю хотят задержать. Девушка, молодой человек, подозревается в распространении наркотических средств. Он не торгует наркотиками, хотите обыщите его? Так его уже обыскивают. Чисто, шеф. Че ты из кармана доставал, а? Деньги хотел отдать. А что, запрещено руками в карман лезть? Нет, не запрещено. Свободен. Дашка. Ошибочка, походу, вышла. Чего, адвокат понадобится, нет? Да ладно, у вас своя работа, у нас своя. Но как? Как? С ним еще все, с утра все было нормально, он улыбался, он шутил. А вечером, вы же сами мне говорили, что почти вылечили малярию. Константин умер не от малярии. Подождите, а от чего тогда? У него был кинетровирус. Что? Это смертельное заболевание из Южной Африки. Вакцины у нас пока нет, и мы, к сожалению, ничего не смогли сделать. Я вам очень соболезную. Не нужны ваши соболезнования. Они лживы, как все ваши обещания. Что за бред вы несете? Вы мне говорите, что все будет хорошо, именно вы. Вы у Кости каждый день кровь брали. Просто залечили. Я вас засушу. Вы мне за это ответите. Это еще что? Куницына Ирина Владимировна, заместитель директора Вирус. Погодите. А вы не родственница Романа Куницына? Да, я его жена, что? Даже так? Дело в том, что Роман Куницын проходит важным свидетелем по делу. Я его разыскиваю. К телефону он не подходит. Может, вы в курсе, где ваш муж? Ну, возможно, он в нашем загородном доме, он туда собирался. Понятно. Адресок не подскажете? Заповедные дворики, Алмазная, 5, Владение, 1. Спасибо. Ира,
Ты сейчас наверняка спишь. И это сообщение ты увидишь и услышишь только завтра. Я хочу сказать, что мне очень жаль из-за сегодняшнего разговора в лаборатории. Ир, я очень дорожу и тобой, и Дашкой. Мне очень с вами повезло, только я почему-то все это не ценил. Я много ошибок совершил в своей жизни. Но я бы не хотел, чтобы работа всей моей жизни превратилась еще в одну ошибку. Ира, что бы со мной ни случилось, доведи мое дело до конца. А поможет тебе в этом первый пациент кабинета путешественника. Я понимаю, что ты... Извините, я отойду, мне из Конечно, пришла. Товарищ следователь, вам был нужен мой муж. Да, конечно, нужен. Можем прямо сейчас поехать. Здесь недалеко, через лес, я знаю короткую дорогу. У вас что-то случилось? Расскажу по дороге. Что-нибудь конкретное сказал? Да это не имеет значения. Главное, чтобы с ним все было в порядке. Ключи у вас есть? Да, конечно. У него диабет, может, инсулин закончился. Рома! Ром, он здесь! Что там, доктор? Когда выпишете? Мы не знаем, что у вас за инфекция. Все вероятные заболевания мы исключили. Проблема в том, что вы только что вернулись с кругосветного путешествия. Значит, исключите все экзотические болезни. Сколько их там? Да их там 1200, даже больше. Здесь мы просто не успеем вас на все проверить. Я перевожу вас в кабинет путешественника. Займись пациентом, подготовь бумаги для перевода. Чем порадуешь, эксперт? Ну, все осмотрели, следов присутствия посторонних не видно. Это что ж, Димочка, получается? Он сам умер, да? Ну, получается так. Познавательно. Шеф, как думаешь, криминал или...
Давай, Игорек, в угадайку мы будем потом играть. Ты закончил? А зачем это? Я что, подозреваю? Не беспокойтесь так. Это просто формальность. Исключительно для того, чтобы исключить ваши отпечатки. Ирина, я еще несколько раз посмотрел видеозапись. У меня возник ряд вопросов. Да, конечно. Давайте. Доведи мое дело до конца. Я могу доверять только тебе. Поэтому послушай. Послушай очень внимательно. Ирина, о чем он? Что он планировал закончить? Я думаю, это про лекарство от кинитры. Такое вирусное заболевание распространено в Африке. Последние годы Рома изобретал препарат, который поборет этот вирус. Ну и как? Говорил, что был на пороге прорыва. Но он всегда так говорил. Скажите, а вы не знаете, почему он на дачу-то поехал? Я его попросил. Мы больше не планировали жить вместе, и другой недвижимости у нас нет. Шеф, ну все, мы закончили. Даша, ты дома? Дашуль. Блин, я думала, что они с дачи сразу на работу поедут. Дашенька! Да, мам, сейчас! Сиди. Не будем их нервировать, оставайся здесь, пожалуйста, хорошо? Мам! Что такое? А где папа? Дашуля, присядь, пожалуйста, мне нужно тебе кое-что сказать. Мам, что случилось? Здрасте. Твой папа, его больше нет, он умер сегодня ночью. В смысле? Как умер? Мам, это него не может быть. Все будет хорошо. Здрасте. Доброе утро, коллеги. Портнов Александр Геннадьевич, майор Следственного комитета, расследует смерть Романа. Что? Как смерть? Господи, какой ужас. А что случилось? Как неожиданно. Мне придется побеседовать с каждым из вас. А мои коллеги пока проверят рабочее место погибшего. Заодно и хранилище препаратов. Может, вы расскажете, как умер Роман? Что это было, убийство? А мы здесь как раз для того, чтобы это выяснить. Чем могу помочь, товарищ майор? Записи нужны с камер видеонаблюдения вчерашние. Вот на эту флешку сбрось, пожалуйста. Не положено вообще-то. Только с разрешения доктора Куницына. Доктор Куницын погиб, поэтому я здесь. Ух ты, юксель-муксель, а как же так? Вчера ведь только говорил с ним. Тогда да, конечно. Стоп, стоп, а это что такое? Почему стерто? Сюда, кроме тебя, кто-нибудь заходил еще? Ну, Куницын был. Вчера зашел, сказал, иди присмотри за порядком. Ну, я и вышел. Угу. Во второй бокс везите, сейчас подойду. Так, Поплавская Антонина Ивановна. 50 лет положили инфекционное подозрение на ОРВИ. Ковид исключили. Так, температура, кашель, лечили антибиотиками. Пневмонии состояние ухудшается. Ну, а к нам-то зачем? После кругосветки. На, неси в базу. Простите, простите, пожалуйста. Могу я узнать, где моя жена? Фамилия? Кукушкин. У нас нет Кукушкиных. Она Поплавская. Мне сказали, что ее сюда перевели. Могу я ее увидеть? Пожалуйста.
Осторожно не роните, это хрупкое. Настройки оборудования тонкие. Так, а на сколько можно холодильник открывать? На 2 минуты. Угу. Проверьте по списку, ничего не пропало? Так. Гистология мышей, высев на агаре, на белке. Странно. И что-то пропало? Наоборот, этого контейнера нет в списке. Так, есть идеи? Ну, ты же знаешь, все ответы после экспертизы. Но одной пробирки здесь не хватает. Так, я это беру с собой. Здравствуйте, Антонина Ивановна. Меня зовут Куницына Ирина Владимировна, я доктор, буду заниматься вами. Доктор, а можно сразу вопрос? Что да. он тут делает? А, ваш муж, но он попросил разрешения. Муж? Это бывший муж. А значит, даже не родственник. Так что нечего ему тут делать. Я поняла, просто он не сказал. А он меня сейчас слышит? Нет. Вот сейчас слышит. Тоня! Тонь, привет! Как ты, милая? Так, вы, доктор, хотели услышать про мое путешествие? Я сейчас вам все расскажу. Первая большая остановка была в Стамбуле. 3 незабываемых дня и ночи. Мы с Икаром, это молодой турок-аниматор, ездили на квадроциклах в горы. И там ночевали. Ну, а Северный Гоа, это вообще было что-то. Каждый вечер начинался рейвом на берегу, а утром просыпаешься непонятно с кем в обнимку от укуса песчаных блох. А еще мы с юным проводником Диего сплавлялись по Амазонке. Господи, еще Амазонка. Да. Скажем дамочке спасибо, что она хотя бы в Центральную Африку не заехала. Так бы полный букет собрала. Кстати, о букете. Надо Поплавскую на ЗПП проверить. А то дамочка после развода ударилась у нас во все тяжкие. Она же ходила в пещеры, да? Там грибки. Значит, может быть, пневмомикоз. А летучие мыши. А с ними хантавирусы, которые вызывают сердечно-легочные заболевания. Плюс Амазонка, зоопарк паразитов. Слушайте, я что-то запуталась. Так на что мы делаем анализы? На грибки, на вирусы или на паразитов? На все. Алло, кабинет путешественника. Скорая, 12-я бригада. У нас тут пациентка с каким-то вирусом. Температура, слизистые анемичные. Через 10 минут будем. Отбой. Прошу вас. Спасибо. Алексей Анатольевич, давайте о вчерашнем дне поговорим. Может, что-нибудь необычное случилось? Еще бы. У нас вчера умер пациент. Я думал, в клиниках такое периодически происходит. Да, но мы не только клиника, мы и лаборатория, и у нас крайне редко умирают люди. А когда человек, который практически вылечился от малярии, внезапно умирает, еще и от кинитры, это знаете. Вот-вот, вы сейчас сказали, кинитра. Ей же вроде как Куницын занимался, да? Совершенно верно. Рома надеялся найти лекарство от нее. Да. Надеялся, но не успел. Скажите, враги у него были? Ну, враги – это громко сказано. Какие враги в ученой среде? Конкуренты, завистники, безусловно, оппоненты. Зависть – тоже весьма сильный мотив. Кстати, а кто теперь возглавит лабораторию? Там решат, кого назначить, я не знаю. Скажите, есть кто-то из сотрудников, кто надеялся получить эту должность и не получил? Ну, пожалуй, да, есть такой человек. Извините, нам очень нужен Волков. А к нам больную с вирусными симптомами везут. Вы очень нужны. Иду. Простите, товарищ майор, с вопросами. Я все понимаю. Погодите, у меня последний вопрос. Вы сейчас про этого сотрудника говорили? Привет.
Приехали на вызов. Температура 37,9. Ковид исключили. Сыпь на руках и шее. Дали жаропонижающее, успокоительное. Уснула в машине. А почему к нам привезли? Она сказала, что у нее муж тут вчера умер. Боже, это Валентина. Это Кенитра, срочно ее в бокс. Красную зону, быстро! Сыпи у нее на руках меньше, чем у Константина была. Скачок температуры не такой резкий, но это Кенитра однозначно. Я обязан заявить о вспышке. Пиши отчет. Леш, возьмешь на себя Поплавскую. Это женщина кругосветная, без комплекса? Хорошо. Полин, анализы крови Валентины сейчас в приоритете. Марго, набросай план препарата, чтобы как-то облегчить. Поняла. А что она раскомандовалась, а? Ну что, в лаборатории диагностическое правление? Слушай, кончай права качать, а? Тебе обязательно надо революцию устроить. Если со мной что-то случится, я очень прошу тебя, пожалуйста, доведи мое дело до конца. А поможет тебе в этом первый пациент кабинета путешественника. Это Роман? Слушай, Марго, а ты же у нас с самого начала. А ты не помнишь, кто был первый пациент кабинета путешественника? Вроде были подозрения на бубонную чуму сейчас. Ох, у него еще фамилия такая смешная была. Сейчас посмотрим список пациентов. Отсортируем по дате. Точно, Сурков Рома Романович смеялся. Чумная фамилия. Сурки же чуму переносят. Так, был в Монголии. Увеличены лимфоузлы. Подозрение на чуму не подтвердилось. Повышенный иммунный ответ на обычный ОРВИ. Ничего не понимаю. На всякий случай назначь Валентине лопинавир и тонавир. Ну, уже. Слушай, я чего зашла? Там Колумб концерты дает. Блин, я же совсем про него забыла. Ой. Держи. Поешь? Не безобразничай. Что и требовалось доказать. Так. Понеслась инфу по трубам. Позволите? Да, прошу, проходите. Я как раз освободился, можете начать свой допрос. Присаживайтесь. Скорее опрос. Давид Георгиевич, скажите, пожалуйста, тут такая странная штука получается. Когда всем сообщили о смерти Куницына, на лицах сотрудников разные эмоции были. Шок, удивление, ужас. А вы ухмыльнулись. Ну, на самом деле, наверное, потому что вся эта история немного смешная. Просто ее нужно сначала рассказать. Излагайте. Нужно начать с того, что этот кабинет должен был возглавить я. Тут, как черт из табакерки, откуда ни возьмись, появляется путница. И, между прочим, заместителем поставил свою жену. И вдруг он решает, что дело его жизни – это изобрести лекарство от Кенитры. А вы знаете, что такое Кенитра? Насколько я знаю, болезнь. Тропическая болезнь. Тут ключевое слово – тропическая. А вы знаете, какую площадь в России занимают тропики? Сочи, Крым. Это субтропики. А тропики занимают ровно 300 квадратных метров, и то в оранжерее Московского ботанического сада. И вот на вот эту якобы очень важную болезнь были брошены все силы кабинета. И лечением поступающих больных занимался я. Серьезный повод для неприязни не находите? И серьезный повод посмеяться. Вы только прочувствуете иронию. Значит, Куницын объявляет, что он на пороге прорыва. Внезапно один из его пациентов заболевает Кенитрой.
и умирает. А впоследствии умирает сам Куницын. А вы не догадываетесь, о чем? А я догадываюсь. Буквально сегодня в нашу клинику поступила Валентина, супруга умершего пациента, с теми же симптомами. Она давно не контактировала со своим мужем, а вот с Куницыным буквально вчера. Рома, Рома, где же твой прорыв? Все подопытные контрольные мертвы. Так, интересно. Джерон. Не скажешь, почему у тебя последняя запись о введенном препарате пустая, а? Ну-ка. Давай посмотрим. Ну, придется немного потерпеть. Совершенно здоровые клетки. Может, мы поговорим уже о менее здоровых пациентах? Ты про Поплавскую нашел что-то? Что показала МРТ? Вот, посмотри расшифровку. Явно не в порядке почки, сильно увеличена печень. Марго, посмотри анализ крови. Ну, да. Предлагаю проблему с легкими отодвинуть на второй план. Не факт. Есть легочные болезни, оказывающие влияние на весь организм. Например, классическая легочная эозинофилия. Или, например, синдром Вайнгартена. Вайнгартен дает осложнения на печени и почки, в основном у детей. Нет-нет, взрослые тоже болеют, так что принимается. Нужно провести повторный рентген, чтобы сравнить динамику. Нужен титр антител к филяриям и скорость эффекта диетил карбамазина. Все понял, делается. Разрешите? Да, конечно. Маргарит, хорошо, что я вас застал. У меня к вам ряд вопросов появился. Можем побеседовать? Не знаю. Ирина Владимировна, я вам сейчас нужна? Нет-нет, беседуйте, конечно. Спасибо. Вы, пожалуйста, пройдите в ординаторскую, а я сейчас подойду. М? Хорошо. Пришли результаты анализов из нашей лаборатории. Ваш муж скончался от кинитровируса. Так я и думала. Нужно обязательно выпить чай и что-то покушать. Я собрал все свои кулинарные навыки в кулак и приготовил тебе. Оп! Яичница с колбасой, а? А еще я нашел у тебя в телефоне номер деканата. Позвонил им, объяснил всю ситуацию, и они сказали, что передадут твоему руководителю. Спасибо, Борь, ты самый лучший, правда. Папин халат? Угу. Папа всегда хотел, чтобы я стала врачом. Столько в меня вложил. А я, блин, вечно со своими глупостями. Хочу, не хочу. Почему глупостями? Это твоя жизнь. Ну, мне в целом-то нравится и получается. Просто меня всегда бесило, что все решает за меня моя семья. А теперь семьи нет. Папу убили. В смысле убили? Я разговаривала с мамой насчет похорон, и она сказала, что... что тело могут отдать не сразу. Сам подумай, зачем им это еще нужно? Наверняка эксперт еще что-то выясняет. Маргарита Николаевна, записи с камер системы показали, что вы вчера уходили с половины 12 до половины 2. Обед. 2 часа обед. Медленно обслуживали.
Маргарита Николаевна, я вас прошу, пожалуйста, отнеситесь к моим словам как можно более серьезно. Вчера именно в этот промежуток времени был убит некто Михаил Демин, который какое-то отношение имеет к вашему кабинету путешественников. Послушайте, не знаю никаких ваших Михаилов Деминых. Вы еще обвините меня в смерти Романа Куницына. Я была у врача. Номер больницы, имя врача. Зовете? Я бы предпочла не отвечать на этот вопрос. Вам знакомо такое понятие, как медицинская тайна? Безусловно, знакомо. Я вам даю слово, что если ваше алиби подтвердится, вся эта информация останется сугубо между нами. Слово офицера. Ну, если слово офицера... Рассуждаем чисто гипотетически. Роман обещает руководству, что вакцина будет готова чуть ли не завтра. У него выживает опытный мышонок. Но сроки поджимают, и тогда он решается заразить Белова. Чего? Погодите. Допустим, что-то пошло не так, и Белов умирает. И тогда Роман, движимый чувством, возможно, раскаяния, а, возможно, уверенностью в том, что в этот раз все точно получится, заражает самого себя. Может такое быть? Что вы несете? Роман никогда не заразил бы смертельным вирусом пациента. Я с Ромой прожила 20 лет. Если бы я хоть когда-то заподозрила такое, я бы тут же ушла. Вы от него и так собирались уходить. Я собралась уходить от бабника и лжеца, а не от доктора Менгель. Доктор, доктор, как там моя Тоня? Ну, мы делаем все возможное, чтобы установить причину болезни. К сожалению, это не так просто. Она посетила множество очагов тропических инфекций, а там их сотни видов. Извините, а можно личный вопрос? Да, пожалуйста. Почему вы расстались? Вы же вроде ее до сих пор любите. Да, я сам виноват. Дурак. Просто раньше Тоня страдала легкой формой агорафобии. Это... Боязнь открытых пространств. Да-да. Не поговорить о деле, не познакомиться с нужными людьми. Пусть это она боится, толп народа не любит. А яхте и то не покатаешься, там же кругом океан. Кажется, после развода у нее изменились привычки. Кто-нибудь во второй бок, срочно! Тоня? Тоня! Вернитесь в постель, пожалуйста. Что происходит? Отдай, все хорошо, вы в больнице. Спокойно, спокойно. Полина, Полина, отойди от нее, ты ее пугаешь. Отойди, Полина. Спокойно, спокойно, спасет хорошо. Я ваш доктор. Меня зовут Ирина. Вы в безопасности, все хорошо. Помните, мы с вами говорили про ваше путешествие? Да, все. Пусти меня! Помоги! Держу, держу! Держи ее! Держу! Тоня! Ирина Владимировна, смотрите, у нее что, тоже кинит? Отойди. Инфекционно-токсический шок, жаропонижающие стероиды, ставим на ИВЛ. Красиво. Прям как гусар. Это капли от нервов вообще-то. Да я уж по запаху понял. А чего нервничаем? Да, у пациентки приступ был. Вы что-то хотели? Двое суток уже на ногах, без сна. А у Ирины кофе нет. Кому обратиться за помощью, понятия не имею. Может, что подскажете? Ну, у нас есть заначка. Вот. С одним сахаром. Хорошо. Спасибо. Ну что, отпадает Вайнгартен? Рентген легких нам показал, множественных теней нет. Вот так.
По пневмомикозу посев еще не готов, но думаю, тоже можно исключить. Грибки заполняют просвет в аллергии. Конечно. Леша, пошли. Что, конечно? Куда пошли, Ирин? Куда ты, Ирин Владимировна? Федор Ильич, а вы знаете название лайнера, на котором плавала ваша жена? Нет, но я могу узнать, мне для этого нужен мой планшет. Мне нужно поговорить с кем-то из сотрудников, кто помнит Антонину. Тогда мне нужно еще 10 минут. Подержите, пожалуйста, я сейчас. Так, Алексей, запоминай. Нужны старые анализы до шока. Надо посмотреть биохимию на предмет повышения активности трансаминаз, повышения мочевины и активности креатинина. И серология. Реакция микроагглютинации и непрямой иммунофлюоресценции. Образец мокроты у нас есть, я лично брала. Я понял. Что мы хоть ищем? Боюсь сглазить. Давай побыстрее. Спасибо. Хорошо. В общем, вещество, которое нашли в крови Дюмина, идентично тому, что мы нашли в лаборатории. Познавательно, конечно. Только Роман Куницын не мог быть на месте убийства. Как не мог? А вот так. У него этот день встреча была. И встреча эта зафиксирована камерами видеонаблюдения Центра планирования семьи. Он не один был. Со спутницей. Черт. Куницын не мог. Ну, оттуда да мог. Плохо, Игорёша, мы пока знаем наших подозреваемых. Я тебе вот что скажу. Прошерсти-ка мне всех фигурантов кабинета путешественника. Родился, женился, убыл, прибыл, родственники, налоги. Я хочу знать все. Дай мне всю фактуру. Договорились? Drew Crashens. Just moment. Я нашел. Здравствуйте. Вот коридорная вип-палуба, тайское имя Майя. В общем, дальше не выше. Hello, Майя. Савади. Do you remember your passenger, Антонина Поплавская? I'm her doctor. О, Антонина? Конечно. Мы с ней подружились. Вы сказали, доктор? Она в порядке? Не совсем. Поэтому мы хотели уточнить, не происходило ли с ней на палубе чего-то необычного. Необычного? Только одно. Она все время провела на корабле. То есть она вообще не сходила на берег? Нет. Она боялась открытых пространств и, как на русском, крут. Толпы, я поняла. Спасибо вам большое, вы нам очень помогли. До свидания. Подождите, это все вопросы по здоровью, симптомы там. Поверьте, она сказала нам достаточно. Ирина! Ирина Владимировна, есть диагноз? Да, все знаю, легионеллез, болезнь легионеров. Начинаем эритромицин с рифампицином. Ну, само собой, и контроль крови. Ну, как ты? Алексей Анатольевич, все потом. Все будет хорошо. Я не понимаю, доктор. Как, если она врала про все эти свои истории, если она не лазила по этим пещерам, не ходила по джунглям, то спрашивается, как она могла заразиться? От кондиционера в каюте. В смысле? Есть такая бактерия легионелла. Она живет в плохо очищенных кондиционерах. В человеческом организме, соответственно. То есть, подождите, если бы она не сидела в каюте, а путешествовала бы, то не заболела бы? Ирония судьбы. Пряталась от опасности внешнего мира и заразилась в каюте. Если бы она нам вот этот вот спектакль не разыгрывала, мы бы ее уже к выписке готовили. Господи, как глупо-то, как глупо! Да. Страшная штука любовь, да? Изучаешь? Посевки нитр в кровь Оджерона. А Оджерон у нас? Мышь. Молодой, симпатичный мышь в самом расцвете сил. Единственный выживший в экспериментах Романа. Если размножение кинитры будет замедлено? Замедлено. Не замедлено. Кинитры вообще нет. Эритроциты чистые. Может, ошибка эксперимента?
Он в том микроскопе контрольный образец. То есть, лекарства существуют, только записи Ромы нигде нет. Надо дальше посмотреть. Слава богу, Лоджерон есть. Сейчас мы возьмем еще кровь и посмотрим, что Рома ему вколол. Федя. Танечка, все будет хорошо. Врачи сказали, что ты скоро поправишься. Ты сам-то как? Я чувствую себя последним идиотом. Зачем я затеял этот дурацкий развод? Я же так тебя люблю. Я тоже чувствую себя дурой. Знаешь, все эти разговоры про путешествия. Я знаю. Как в старом кино. Я скакала 2 дня и 2 ночи, чтобы сказать, как я вас ненавижу. А я весь мир проехала. Кстати, насчет всего мира. Ой. Фень, ну что ты? Антонина, ты мой мир. Выйдешь за меня снова? Готовь. Угу. Так, иди сюда. Хорошенький. Давай, мой маленький, давай. Колом! Держи, Лоджерон, а куда я побежал? Не туда. Давай, лови его. Что здесь происходит? Это кто? Сын министра Аполенский. У вас здесь бардак! Это скандал! Да нет, это катастрофа. Три случая заболевания за сутки. 2 умерли, 1 при смерти, и все это у вас. Если Белова успела хоть с кем-нибудь контактировать, вы понимаете, что это грозит эпидемией национального масштаба, а может быть и международного? Владимир Леонидович, мы проверили ее маршрут, она ни с кем не контактировала. Я очень надеюсь, что вы не ошибаетесь. Но я вынужден принять меры. Я закрываю кабинет путешественника. Фу, идиотское название. Готовьте ваших пациентов к переводу в другие медучреждения. Что? А нас куда? Владимир Леонидович, давайте мы не будем рубить с плеча. В городе много пациентов, кого можно вылечить только на базе нашей лаборатории. Поймите, мне очень нелегко дается это решение. Но выхода у меня нет. После смерти Романа Куницына лаборатория оказалась практически обезглавленной. И кто будет разбираться в этом бардаке? Кто? Майсурадзе, может быть, вы? Но вы же, помните, очень рвались на эту должность. Чтобы из-за ошибок Куницына я уничтожил свою репутацию? Нет уж, пожалуйста, увольте. Увольте. Волков? Простите, нет. Пас. Что и требовалось доказать. Я готова возглавить лабораторию. Ирина Владимировна. Я закончу разработку лекарства от кинитра и разберусь со вчерашней вспышкой заражения. Вы понимаете, чем рискуете? Да, я понимаю. Хорошо. Я даю вам неделю, чтобы разгрести весь этот бардак. Если в течение недели вы не изобретете лекарства от кинитры,
Лаборатории конец. И вашей карьере тоже. Знаешь, Ир, это очень мужественно. Взять на себя всю ответственность за происходящий кошмар ради последней просьбы Романа. Да не только поэтому, Марго. Ради той же Валентины, которая сейчас лежит наверху там с Кенитрой. Если бы мы с Ромой не расстались, этого кошмара бы не произошло. Пускали бы уже лекарства. А что ты будешь делать сейчас без Лоджерона? Поеду домой, вскрою Колумба. Ну чего шучу я? Устала, чувство юмора отказывает. На дачу поеду Ромкин ноутбук искать. Там были какие-то записи об опытах. Шеф, пробил я этих ученых. Слушай, я не знаю, хоть бы кто витрину разбил или драку пьяную устроил. Не, я таких не люблю. Выспаться тебе надо, Игорюша. Глядишь, к людям начнешь добрее относиться. Согласен, шеф. Ты тоже спать? Нет. Я уже выспался. Свежий, как огурец. Поеду за Полиной Амосовой следить. Что-то какая-то она дерганая, наша медсестра. Опять же, лист из учетной тетради вырван. А она типа не заметила. А что за тетрадь? Журнал посещений склада медикаментов. Они там, кстати, вирусы хранят. Что, и Кенитру тоже? Угу. Слушаю. Портнов на связи. Помощь ваша нужна. Пробейте, пожалуйста, адресок срочно. Записываю. Проектируемый проезд. Так. Дом 2, подъезд 1. Есть. Нужно сличить список жильцов подъезда со списком сотрудников кабинета путешественника. Есть совпадение. Квартира номер 1. Давид Майсурадзе.
Часть. Прошу подмогу. Вызывайте подкрепление, адрес вышлю. Малышка моя, как же я тебя заждалась. А где наш папа? А папа уже здесь. Несет своим девочкам полезный завтрак. Как спалось сегодня, родная? Да, чудесно вообще. Интересно, вам с мамочкой одинаковые сны снятся? Ау! Не проснулась еще, что ли? Ой! Пинается, да? Нет, слишком сильно. Что, схватки? Рано же еще. Коля, это не схватки. С ней что-то не так, я чувствую. Мариночка, сейчас, секунду, подожди. Коля, больно. Сейчас, Мариночка, сейчас, сейчас. Алло, скорая. Четвертый? Почти, 43-й. Почти угадал. А? Ушел гад. У него машина была за леском припрятана. Следы от протектора не затоптали? Обижаешь, майор. Вот и ладушки. Лейтенант, отведи туда нашего эксперта. Пускай он там все заснимет. Ага. Точно. А дамы-то в порядке? А ты с какой целью интересуешься? Да, может, и до дома сопроводить. Жену свою сопроводишь. Есть. Выполняй. Дим, как здесь? Закончишь? Сходи там, если не ладно. Ну как?
Только ноутбук сломался. Я думаю, что он за ним приходил, потому что из дома ничего не вынесли. Хотя толку там все равно формулы никакой нет. Я надеюсь, наши технари разберутся. Прошу прощения, позволите ноутбук? Заберу у вас на какое-то время. Да, конечно. Спасибо. Ну, мне пора, я поеду. Спасибо. Погодите, вы куда? Я вас в таком состоянии не отпущу. Вы же ночь не спали. Сейчас сядете за руль, заснете, что-нибудь случится, а я лишусь ценного свидетеля. Да я в порядке. Я вас прошу, пожалуйста, не спорьте. Давайте ключи. А ваша машина? А вы не беспокойтесь. Мои эксперты домой отвезут. Спасибо вам, Александр, но вы же сами ночью не спали. А кто вам сказал, что я не спал? Я на рабочем месте наверстал днем. Я так всегда делаю. 38,4 не очень хорошо. Насморк, кашель, головная боль есть? Нет, нет, ничего такого. Приподнимите футболку, послушаем. Ого, а это у нас что? А это я в аварию попала. Я уже была беременна, но совсем маленький срок был. Сердцебиение есть. Нормальное. Так. Максим Викторович, анализы пришли. Да. Срочно определяй на сохранение. Может, лучше домой? С врачом спорить будем? Папаша, что стоим? Ноги в руки и бегом за вещами. Сейчас привезу, да. Я быстро. Приехали. Ой, я, кажется, заснула. Ну так, задремали немного. Спасибо, что подвезли. Да не за что. Так все неловко получилось. Использую вас как извозчика. Пишу по ночам. У вас свои дела, личная жизнь, в конце концов. Давайте так договоримся. Если опять что-нибудь случится, вы меня сразу поставите в известность. Никакой особенной личной жизни у меня нет. И ваше дело для меня сейчас в приоритете. Спасибо, что спасли. Так это не я спас. Я так. К шапочному разбору заявился. А вы отдыхайте, пожалуйста. Женщина вы удивительная. Из горящей избы со второго этажа да на коня. Здравствуйте, Валентина. Давайте вас осмотрим. Рот откройте. Хорошо. Ну и как я? Стабильно. Какое удобное слово. А что у меня стабильно? Ухудшение? Константин сгорел за день. А мне сколько дадите? Я не дам вам умереть. Это смешно. Ваш муж тоже давал нам с Костей обещание. Кстати, где он? Рома умер. Через несколько часов после Константина. Тоже от кинетры. Поэтому я вас понимаю, как никто другой. Я сделаю все возможное, чтобы вас спасти. И мне очень-очень нужна ваша помощь. А что от меня требуется? Кровь. Много крови. Вы единственный носитель живого вируса, и без вас у меня ничего не получится. Бог с вами, берите. Да, чудо не случилось. Кинетра захватывает клетки и быстро. Осталась одна надежда. Какая? Последняя версия препарата, которую создал Роман. Точнее, последняя, официально отмеченная в лабораторном журнале.
Слушай, Ир, ну, наверняка, когда Рома понял, что у него кинитра, он вел ее, и она не сработала. Да, но ты помнишь, как развивалась болезнь Романа и Константина? Взрывными темпами. При такой скорости даже действующее вещество может оказаться бессильным. А у Валентины классическая кинитра. Вдруг сработает. Какая там температура у Беловой? 37,9. Держи. Ну что, держим кулачки. С Богом. Ирина Вадимовна, вас вызывают в отделение гинекологии на консилиум срочно. Нет, нет, Полин, скажи, что я сегодня не могу, у нас земля под ногами горит и вообще не до гинекологии. Ирина Вадимовна, там тяжелый случай, девушка на 30-й неделе, какая-то неизвестная инфекция и угроза жизни ребенка. Черт. Ладно, пошли. В общем, технари прошерстили компьютер Куницына. Никаких следов разработки препарата нет. Ни скрытых, ни явных. Ясно. Может, почту взломают? Уже. Вот, из папки удаленные. Вот можешь, Игорю, когда захочешь. Ну чего, приступай. К чему? Что значит к чему, Игорюш? А кто, по-твоему, будет помогать мне все это вычитывать, а? Ну, неужели я с тобой не поделюсь? Я думаю, вот так будет справедливо. Погоди. Вот так еще справедливее. Наслаждайся. Спасибо, товарищ майор. Вот и ваша малышка. Хорошие мы. Скоро мы увидимся. Как она там? Насколько я вижу, отлично. Плод развивается нормально, аномалий нет. Угу. Раз с ребенком все хорошо, давайте тогда мамочку посмотрим. Давайте. Перевернитесь на бок, пожалуйста. Сейчас. Почки. Так, с почками у нас все в норме. Печень покажите. Давид Георгиевич. А, привет. Принесла? Угу. Надеюсь, журнал не записала? Ну нет, я же не дурочка. Я через пару дней спешу, как бой посуды. Ни в коем случае, ты у меня не дурочка, ты у меня самая... Красавица ты моя. Подожди, что там опять? Вызов лечащего врача в бокс Валентины Беловой. Лечащему врачу Валентины Беловой, видимо, не до нее. Ничего, я сам навещу. А потом я вернусь, и мы с тобой продолжим. Так. Так. Ладно. Шеф? Слушаю вас, товарищ капитан. Все просмотрели. Машины Майсурадзе нет.
Вот номера тачек, замеченных у дачи Куницына, их сейчас пробивают. Как пробьют, доложите. Что-то интересное нашли? Совершенно верно, нашли. А это что, по-английски? По-английски. Вы по-английски понимаете? Понимаю, товарищ капитан, и вам советую язык подтянуть. Очень много интересного вы узнаете. Так, все, я поехал. Марго, принимай пациентку. Обширное поражение печени. Нужно подтвердить или опровергнуть паразитарное происхождение. Есть запись УЗИ. Так, держи. И вот, готовьте бокс, везите. Все, что успели проверить, сбросьте мне на почту. Полин, закажи серологию. Я напишу, что искать. Пока все. Вы себя хорошо чувствуете? Это вы мне? Да. Вы выглядите немного анемичной. Вот это комплимент. Нет, я простите, что я лезу не в свое дело, но в вашем положении важно следить за собой, особенно с вашей работой. В первом триместре любая инвазия может привести к последствиям для процесса формирования плода. Марго! Ты что, беременна? Поздравляю. А ты что не сказала-то? Спасибо. Давай позже об этом поговорим, у меня пациент. Восемь-один, была ниже. Моя кровь. Она что, не помогла? Куницына сказала. Я не знаю, что сказала Куницына, но она ушла к другому пациенту. Как? Вот гадина. Вы можете мне помочь? Как это страшно. Ты умираешь и всем наплевать. Успокойтесь. Я скоро вернусь. Вот, возвращаю в целости и сохранности, как обещал. В самом компьютере мы ничего ценного не обнаружили, а на почте Романа среди удаленных писем нашли кое-что интересное. И мне теперь нужна ваша помощь. Как видите, переписка на английском. Вам нужен перевод? Нет, спасибо, я все понимаю. Просто хотел, чтобы вы лично прочитали. А мистер Смит это кто? По моим предположениям, мистер Смит – человек, причастный к убийству не только вашего мужа, а также к убийству еще двух ученых, которых он подкупил, чтобы получить доступ к их открытиям, а потом избавился от них. Как видите, мистер Смит также предлагает Роману сотрудничество. Очевидно, просит ему продать разработки по кинитре. Нет, это какая-то глупость. Грант на разработку выдал Минздрав. И все результаты принадлежат государству. Ирина, вы сейчас рассуждаете как истинный патриот. Или просто очень хороший человек. Но, к сожалению, некоторые ваши коллеги, скажем так, более космополитичны. То есть вы сейчас намекаете на международный фармакологический шпионаж, что ли? Но Роман не согласился бы. А он и не согласился. Мистер Смит писал ему практически каждую неделю, Роман ни на одно письмо не ответил. Однако, спустя какое-то время, мистер Смит удвоил предлагаемую сумму. Ну, а дальше сами читайте. Так это не Роман отвечал. Я точно знаю, что это не Рома, потому что он никогда в жизни и в переписке не использовал окей. Он не пользовался англицизмом, но он считал, что это пошлость, понимаете? Извини, что заставил ждать? А, вы... Ну, вы хотя бы пришли. Что это? Это один препарат. Правда, он экспериментальный. А что дает этот ваш препарат? Он дает покой. Доверьтесь мне.
Расслабьтесь. Максим Викторович, вы вернулись, я вам уже звонить собиралась. Что произошло? Нам еще одну везут, тоже с острыми болями. Да что у них сегодня такое? А, симптомы? Опоясывающие острые боли, температура 39. Как зовут? Кристина. Где болит Кристина? Живот и под лопатку отдает. Так, желтушная кожа, белки глаз. Кровь на анализы взяли? Да, есть. Давайте на осмотр. Софья, подготовьте УЗИ, надо печень посмотреть. Ага, на связи. Наши ребятки-технари восстановили удаленные записи с камер видеонаблюдения. Ну и что, там что-то есть интересное? Я понятия не имею. Давайте вместе с вами посмотрим. Вы, если кого-то узнаете, скажите мне сразу, хорошо? Конечно. А, ну теперь понятно, кто Демина губу разбил. Вот он уходит. Да-да, он шел на обед. И Марго тоже уходила. Что-то я не заметила странного как-то. Вот он возвращается. А субтитры откуда? У нас же камеры не пишут. У нас один технарь в Следственном комитете умеет по губам читать. Подожди, минут 10 потом приходи. Ладно, никто не должен догадаться. Дина, это к делу не относится. Вам не обязательно сейчас. Нет, извините. Это он с ней говорил? Марго? О, ты вовремя. Я тут нашу беременную смотрю. Ну, тут явно паразит. Вот, смотри, печень. Фиброз ткани пошел. Это я без тебя знаю. От главного паразитолога ожидала больше. Чего мы такие злые? А, это потому, что я тебе про ребенка не рассказала? Это потому, что ты не рассказала, кто был его отцом. Этого седак не умеет держать язык за зубами. Черт, мужики хуже баб пошли. Нет, нет. Мы ничего не говорим. А вот ты, должна была. И 10 лет считала тебя своей подругой. Ты была последней, от кого я ждала предательства. Все не так, как ты думаешь, ты должна понять. Я ничего тебе не должна. Я дала тебе работу. Возможность сделать карьеру. Я пустила тебя в свой дом, а ты... Ты затащила в постель моего мужа. Я никогда тебя не прощу. Ты уволена, Марго. Входи на склад, мне еще нужны реагенты. Давид, на какой склад? Ты же только что... Мне пришлось какую-то часть потратить на Белову. Зачем ты это сделал? А что мне оставалось делать? На нее здесь всем наплевать. Для Ирины она донор крови, а для всех остальных она просто смертница. Тихо. Я тебя понимаю, но ты тоже можешь меня понять? Мы здесь все под колпаком, здесь полиция каждый день. Я, да, могу списать пару склянок, как разбитые или просрочку, но если больше пропадет... Полина, ты же все видела. Ты же понимаешь, насколько это важно. Понимаю, но... Ну, а со вторым компонентом что? У тебя осталось с прошлого раза? Нет. Но я уже договорился, сегодня вечером нету Сани. Ты мне поможешь? Ну, помогу, конечно. Маргарита, я к вам.
Короче, у нас еще один случай, но этого утреннего. Значит, пациентка 25 лет, начало третьего триместра, интоксикация поражением внутренних органов. Правда, основной удар пришелся не на печень, но на органы ЖКТ, в остальном симптоматика идентична. Я подумал, хорошо, если бы они наблюдались у одного врача. Тут вы не по адресу. Я больше не лечащий врач, Марина Сорокина, и не сотрудник кабинета путешественника. А тогда к кому мне? Ирина Владимировна вам все скажет. Всего доброго. Не волнуйтесь, мы позаботимся о Кристине. Алексей Анатольевич, подойдите, пожалуйста. Вот Алексей Анатольевич Волков, опытный специалист, заботливый врач. Он будет вести обеих пациенток. А, ну, хорошо тогда. До свидания. Ну что стоите, везите в бокс. Ир, я, конечно, польщен твоей верой в меня, но ты прекрасно знаешь, что я больше по вирусам, а паразитарка территории Марго. Да, я знаю, но ты справишься. Ты самый въедливый диагност, кого я знаю. Да, у тебя другой профиль. Но кто-кто, а ты? Ты точно докопаешься до сути. Ну? Ну что, ну давай, пробовать докапываться. Что мы имеем? Значит, Марина живет за городом, Кристина в городской квартире, так? Так. За последние 5 лет Марина пределов страны не покидала. У нее есть муж, который часто мотается по командировкам, но это все в пределах средней полосы. Кристина в прошлом году летала в Таиланд. Из этого следует? Из этого следует, что если диагноз одинаковый и там, то у нас таким образом сужается круг подозреваемых. Потому что либо это болезнь, которая распространяется у нас, так, либо болезнь, которая может быть и у нас, и в Таиланде. Правильный ход мысли, молодец. Угу. Дай, пожалуйста. Судя по твоему выражению лица, у тебя есть версия. Да. Моя версия – это амебиаз. Потому что он подходит по всем признакам. Он может передаваться через цисты мух, которые есть везде, через грязные руки, которые есть у всех. Понимаешь? Да, да. Это хорошая версия. Там это, немножко другие симптомы. А при поражении печени амебиаз дает изъязвление, а не фиброз. Да, точно. Так, ладно, я пойду к Валентине, потом вернусь к тебе, а ты пока подумай. Все, давай. Давай. Валентина, вы спите? Валентина! Черт, Коля! Алексей Анатольевич! О! Серология пришла. И что там? Токсоплазмоз не подтвержден. Как это? Вот. Черт, я ведь был уверен. Что по остальным болезням, которые просил проверить? Эхинококкоз нет, печеночный аскаридоз нет. Может, это Ирина Владимировна позвонит? Ну, давай. Хотя нет, подожди. Не хочу просить ни в помощи, я должен прийти уже с результатом. А с каким результатом? У нас же нет ничего. Будет. Проведу еще одно обследование. Я
Я тут к вашей пациентке заходил, пока вас не было. Надеюсь, вы не против? В целом нет. Но на будущее такие вещи лучше согласовывать заранее. Да. Знаменитая гуницинская забота о субординации. Между прочим, это у вас семейная черта. Впрочем, какие нездоровые научные амбиции. И что самое главное, наплевательское отношение к пациентам. Ну что вы, у нас и отличий немало. Например, Роман Дмитриевичу нравилось с вами пикироваться, а мне не очень. Даже не знаю, как я без этого теперь проживу. Ну, судя по тому, что вы не прекращаете, выяснить вам не удастся. Я прошу прощения. Извините, пожалуйста, я никак не могу свыкнуться с мыслью, что вечно буду прислуживать вашей звездной семье. А слушайте, хватит! Вам предложили возглавить кабинет, вы отказались от этой должности, вы струсили. Да, то есть вы сейчас меня назвали трусом? Да я вас назвала трусом, потому что вы прилюдно отказались. Как вы там сказали, вы не хотите исправлять ошибки Куницына, да? Не хотите? А вы думаете, я хотела? Да под меня лабораторию открыли. Я осталась здесь, потому что мне не наплевать на моих пациентов. И в первую очередь на Валентину. У вас есть еще ко мне вопросы? Лично к вам никаких. Отлично. Тогда займитесь, пожалуйста, своей работой, а я буду заниматься своей. В смысле? Я же закрывала. Мое отсутствие, кто-то заходил в кабинет? Добрый день, Полина. Здравствуйте. Сегодня смотрю без капелек. Ну, день выдался не такой нервный пока что. Так, вы за кофе? Нет, спасибо. Я журнал хотел глянуть. Учеты медикаментов со склада. Да, конечно. Пожалуйста. Вот спасибо. Ух ты! Новый начали? Да, старый вчера закончился. Вот и славно. Ну-ка, давайте-ка сюда быстро старый. А, так у меня нет его. А где он? Я его отнесла на оцифровку для вас. То есть он у администратора? Я тогда к ней пойду сейчас. А, Катя не знает. Вчера у нее смена была. Вчера была Света, и я отдала Свете. Вот как здорово, что я записал к себе в телефон ваш график дежурств. Светлана Петраковская, да? Сегодня, правда, выходная. Подождем. Ну, раз такое дело, склад с медикаментами придется опечатать. Тоже до завтра. А что будет завтра? А завтра, Полина, будет обыск. В каком смысле обыск? Подождите. А вы не понимаете, что медикаменты, может быть, со склада могут понадобиться пациентам? Допуск только с личного разрешения Ирины Владимировны. Что случилось? Очень сильно живот болит. Ложись. Тошнит. Так, сейчас найду твоего лечащего врача. Он на процедуре с Мариной. На какой еще процедуре? Так, сейчас я сделаю прокол брюшины плодного пузыря, чтобы взять немного околоплодной жидкости. А это безопасно для ребенка? Все будет хорошо. Алексей Анатольевич! Господи, Ирина Владимировна, что? Вы мне срочно нужны? Выйдите, пожалуйста. Вы не видите, что у меня процедура? Подождать никак нельзя? Нет, это очень срочно! Простите, я сейчас приду. Извините. Как это понимать? В чем дело? Ты чем думаешь, Леша? Мы еле выкидыш купировали Сорокиной. Ты создаешь новую угрозу для ее беременности какой-то необязательной процедурой. А что мне было делать? Серология не информативна. Мне диагноз надо ставить, Ира. У нас 4 жизни сейчас от этого зависит. Я считаю, любое исследование необходимым. Марко, как-то обходилась без этого. Ах, Марго! Ну, спасибо тебе.
Потому что Марго паразитолог, Ира. А я вирусолог, я тебе об этом говорил. Вирусолог, послушай меня. Я не могу определить паразита на глаз, как она. Понимаешь, я вынужден работать с анализами. И я тебя об этом предупреждал. Прости. Я могу продолжить процедуру? Нет, мы не можем рисковать ребенком Марины. Хорошо, что ты предлагаешь? Марго, ты быстро. Спасибо, что согласилась приехать. Я специально далеко не отъезжала, знала, что ты позвонишь. Слушай, ну ты же понимаешь, что мне твой выпендреж сейчас ну вообще никак не помогает. Я здесь, чтобы помочь пациенткам, не тебе. Насчет моего увольнения, оно в силе? Давай потом, сейчас есть дела поважнее. Здесь на печени признаки ранней стадии цирроза. Это не цирроз. Тут рубцевание уплотненных желчных путей. Значит, там происходит размножение паразитов. А продукты их жизнедеятельности, помноженные на беременность, дают сильную интоксикацию организма. Марго, ты уверена? Точно не токсоплазмоз? Токсоплазмоз можно было исключить на этапе снимков. Слушай, дай-ка посмотрю анализы крови Марины. Так, у Кристины. Острый. Писхотроз. У обеих пациенток. Ты прости, ты этот диагноз с потолка взяла? У них же совершенно разные симптомы. Одной посаженная печень, у другой желудочно-кишечная. И? На течение аписторхоза влияют генетические факторы. Так, например, у людей с третьей группы крови часто выявляют диффузное поражение печени, а с первой – эрозивно-язвенный гастродуоденит. Точно. У Марины третья группа, у Кристины первая. Ну, даешь. И снова здравствуйте. Как самочувствие? Плохо. Живот очень болит. Ну, осталось потерпеть совсем немного. У нас для вас есть предварительный диагноз. У вас обеих острый аписторхоз. Это паразитарное заболевание, передающееся через сырую или плохо обработанную рыбу. Нет, тогда у меня точно не он. Я вегетарианка, и с 16 лет ни рыбу, ни мясо не ем. Так, а вам делали переливание, когда вы попали в аварию? Да, делали. Я много потеряла, и Коля, мой муж, он был донором. А что? Кристина, у вас остались фотографии с той поездки в Таиланд? Возможно, еду какую-то фотографировали для соцсетей. Вроде что-то есть. Сейчас посмотрю. Это рыбный ресторан, и там дальше тоже. Я поближе посмотрю. Вот и Масурадзе. Жена лежит у вас. Мне Куницына звонила. Николай, добрый вечер. Здрасте. Мы вас ждем. Что с Мариной? Она жива? А малышка? Все хорошо, диагноз поставили, лечение назначили. А зачем меня тогда так срочно вызвали? Вы можете быть заражены той же инфекцией, что и ваша супруга. Так что лучше провериться заранее. Хорошо. Я могу увидеть Марину, но раз уж я все равно здесь.
Конечно. Мы пойдем в процедурную с вами мимо боксов, так что успеете посмотреть на своих девчонок. Хорошо. Куда? Пойдемте. А вот и наши мамочки. Я встретил Кристину и влюбился, как пацан. Жене сказал, что в командировку, а сам с Кристиной на Пхуке траванул. Ну, не сошлись мы. Как вернулся, через неделю меня карма за загул настигла. Вы с Мариной попали в аварию. Да, но я вообще не пострадал. Весь удар пришелся на ее сторону машины. Много крови потеряла. В больнице нужной группы не было. Из банка бы не успели привезти. А что, кровь никто не проверял? Вроде делали экспресс-тест какой-то, но у меня же все анализы свежие были. Я перед прививками для отпуска сдавал. Да там исследования бы не помогли. Яйца паразитов можно отследить в организме не ранее, чем через месяц после заражения. И то не в крови, а в других анализах. Я извиниться хочу. Можно мне к ним? Нет, ни в коем случае. Оставьте свои разговоры до родов. Сейчас эти потрясения совершенно не нужны. Расселим их по разным боксам. Будете по очереди навещать. А то еще начнут фотками делиться. Спасибо, Ира. За что? За то, что вернула обратно после всего. Да, перестань. Ир, ты выслушай меня, ладно? Я не могу в себе это больше держать. Я не хотела сделать тебе больно. Я сама не понимаю, как это произошло. У меня умер пациент Рома. Марго! Пожалуйста, ты меня прости, что я гружу тебя всем этим. Просто мне было важно объясниться. Я завтра же начну рассылать резюме и найду новую работу, чтобы не мозолить тебе глаза. Не надо, останься. В смысле? Я хочу, чтобы ты осталась в кабинете моей подруги. Но куда мы денем то, что произошло между мной, Ромой, и будущий ребенок? Знаешь, Марго, сегодняшняя эта история с девчонками напомнила, что мужчины изменяют, а дети – это самое важное в жизни. Ромы нет, делить нам больше некого. А ребенок ни в чем не виноват. Ты че так долго? Ну, а ты че такой быстрый? Расходы увеличились. В смысле, дозировку повысил? Так давай без разговоров, я тебе не за них плачу. Ладно, хозяин бани, держи. Руки в гору! Оба! Следственный кабинет! Не двигаться! На колени! Все. На колени, я сказал! Ну, что ты так, да издергишь, а? Я вообще все... Стоять! Тихо! Ствол бросил. Стоять! Ствол бросил, значит, сейчас завалю его. Все, сейчас брошу. И Галеша. Отшвырнул. Цел! О, круто ты его. Он сразу ушел. Встаем! Встаем! По-моему, эта машина за нами от самой больницы едет. Неудивительно, от больницы в город одна дорога. Но она приближается. Торопится, наверное. Мы с тобой плетемся, как черепахи.
Ладно, пусть проезжает. Алло. Если захочешь снова увидеть дочь, закончи лекарство от Кенита. Скажешь портному, я узнаю. У тебя 12 часов. Время пошло. Здравствуй, Ирина. Прошло уже 4 часа, а тебя нет вести. Может, стоит тебя поторопить? Тихо. Здесь штамм Кенита. Ты прекрасно знаешь, как действует этот вирус. При такой дозе ему потребуется как раз 8 часов, чтобы уничтожить организм. Удачи. Она тебе понадобится. Мамочка, помоги! Да-да-да. Ирина Владимировна, вы что, плачете? Нет-нет, это испарение от реагентов. Так, ты была у Беловой, как она? Я поэтому пришла. Она без изменений, в сознание не приходила. Температура субфебрильная, показатели стабильно тяжелые. Так, капельницу с кровотворящим поставила? Угу. Хорошо, нам очень нужна ее кровь. Должен признаться, что у меня в жизни не было такого непрофессионального партнера, как ты. Я заплатил тебе аванс, и не маленький, между прочим, но формулы нет. Все, что я получил, это отряд полиции в моем отеле. Я приношу свои извинения. Мне не нужны твои извинения, мне нужны обратно мои деньги. Не волнуйтесь, мой друг, вы получите желаемое в ближайшие пару часов, я гарантирую это. С чего ты взял, что она сможет так быстро закончить препарат? Потому что у нее нет выбора.
Надо же, думала, все будет намного хуже, она держится. Ну все, так, я же вам не нужна больше. Подожди, а ты куда-то торопишься? Так я это хотела кровь в лабораторию на исследование отнести. Нет-нет, я сама хочу ее посмотреть. Просто я подумала, что, ну... Полина, я сама посмотрю кровь. Хорошо. Машину мы с Урадзе нашли. Он ее на обочине бросил. Ага. У тебя чего интересного? Ну, триангуляцию пробить не удалось, сигнала нет. Он, походу, телефон сломал и симку выбросил. Умный гад. Понятно. А вы куда, товарищ майор? В кабинет путешественника. У нас по плану сегодня обыск на медицинском складе. Ну, с Полиной Викторовной надо поговорить. Тем для разговора все больше. Да, да. Погоди, а ты куда? Как? С вами? Нет, товарищ капитан, вы остаетесь. Если вы понадобитесь, я обязательно вас вызову. Выполняю. Я ничего не понимаю. Со вчерашнего дня изменились ферменты, показатели липидного обмена и иммуноглобулинов. Но кинитра такой симптоматики не дает. Оригинальный штамм не дает, но вирусы имеют свойство мутировать. Я не думаю. Валентина заразилась от Романа. Правильно? Угу. Соответственно, и штамм должен быть аналогичным. Что там по динамике болезни? Есть улучшение или все совсем плохо? Болезнь идет на спад, но и не прогрессирует. Как будто вчера ее поставили на паузу. Так. Интересно. Что могло дать такой результат? Может, Полина что-то напутала? Она же у нас эти препараты раздает. Надо с ней поговорить. Препарат для Натальи Гмебезола сегодня должны привезти. Проконтролируй, чтобы она вовремя его получила. Вася, Васечка. Так. У Василия стабильное улучшение. Отлично. Хоть что-то хорошо. Продолжаем антибиотик, спим в пузыре. Подожди меня у склада. Доброе утро. Ирина Владимировна. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Простите, пожалуйста, у меня совершенно нет времени. А я его много не отниму. Мне Полина Викторовна нужна. Не знаете, где она? Да я бы с удовольствием, не знаю, где она сама. Полчаса жду, она где-то ходит, трубку не берет. Ну, она на работе хотя бы? Да, конечно. А что? Вы Полину ищете? Ищем. Она к вам в кабинет заходила, а вы здесь. Что такое? Там препарат! Внимательно. Полина Амосова уволилась из кабинета. Телефон у нее вырублен. Есть мнение, что они с Масураза готовятся уйти в бега. Так что объявляй, дружок, розыск. Угу. На связи. Что-что? Почему розыск? Зачем вам Полина? На данный момент Масураза является главным подозреваемым в убийстве Демина, а также вашего мужа. Полина Амосова. Похоже, его подельница. Так.
Ладно, красавица, приехал. Я так переживала за тебя. Послушай меня, нам надо собираться срочно и уезжать. Ирина почти обо всем догадалась. И как только она все поймет, она скажет своему менту, и он пробьет нашу недвижимость и найдет нашу дачу. И машину тоже отследит, потому что это же, ну, каршеринг, он привязан и к номеру, и к карте, ко всему. А что теперь делать? Куда ехать с ней? Все, не волнуйся, ты мне главное доверься, я все придумала. Давай, пойдем, скорее, времени мало, пойдем. Возьми трубку, Даша. Возьми. Мне все же понадобится ваша помощь. Наш эксперт должен произвести опись склада медикаментов. Нам нужно точно знать, что именно вынесли Мусурадзе и Полина. Нет. Извините. Это вы меня извините. Я физически не успеваю. Половина сотрудников сбежали. Пациенту на мне препарат тоже. Его срочно нужно закончить, иначе моя... Валентина умрет. Ирина Владимировна, если бы я вам не доверял, я бы сейчас решил, что вы мне врете. Мне кажется, вы чего-то не договариваете. Да мне только один вопрос спросить. Повторяю, только родственники пациентов и только в приемные часы. Я вам что, на террориста похож? Ну, про... А все, забей, Ирина Владимировна. Ты что брагозишь, Боря? Извините, просто у вас охранник несговорчивый. Я просил его по-нормальному сначала. Ну, правильно, мы за это ему и платим. Что ты хотел? Дашку еще. Дома нет, на практике тоже. Я думал, может, она здесь? Нет ее здесь. Слушай, Боря, езжай домой. Без тебя проблем хватает. Ирина Владимировна, я прошу прощения, я так понимаю, у вас дочь пропала, а вы так спокойно на это реагируете? Как так? Да просто... Для вас это не новость, да? Я об этом узнаю только сейчас. Вы вообще чем думали, а? Он не запретил, он убил бы Дашу. А вы подумали, что если вы отдадите ему формулу, он вернет заложника, который может его опознать? Просто это единственная надежда, которая у меня осталась. Плачьте, простите меня, пожалуйста. Не надо было мне так резко. Ирина, смотрите на меня. Я вам обещаю, Дашу я верну. А вы займитесь пока лекарством. Оно нам пригодится. Хорошо? Спасибо, Саша. А куда этот майор уехал? За Дашей поехал. А почему он меня с собой не взял? Вы меня за пацана держите, я ж помочь могу. Знаю. Борис, ты здесь нужнее. Я все время буду заниматься препаратом. Не смогу покинуть лабораторию, если это будет необходимо. И тогда ты действительно сможешь помочь. Хорошо, ладно. Но если с ней хоть что-то случится, я найду этого урода. Я не знаю, что я с ним сделаю. Поэтому тебя не взяли. Все, жди в ординаторской. Препарата версия 8.9. Вводится в тестовой группе из 5 мышей, зараженных кинетровирусом, сегодня в 6 утра. Вот иди сюда, мой хороший. Давай, 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 давай. Молодец. Работа!
Работаем! Пошли, пошли, пошли! Периметр! Пошли, пошли! Один за дом! Кухня чистая! Ушли, товарищ майор! Я вижу, что ушли. Суть по всему, недавно. Объявляй план перехват. Ирина Владимировна. Ирина Владимировна. Ирина Владимировна. Ирина Владимировна. Да. Что случилось? Похоже, с Наташей что-то не так. Я не знаю, в чем дело, но пойдемте зайдем. Хорошо. Да, Наташа, что у вас стряслось? Мне кажется, мне становится хуже. Какие-то новые симптомы? Вроде того. У меня галлюцинации. Я слышу какие-то странные звуки, особенно ночью. Все спят, а я не могу. Интересно. Как-то нетипично для вашего диагноза. Можете уточнить, что конкретно вы слышали? И шорохи, скрежет, таких как будто маленьких коготочков. И тихий писк, и детский голос. Да тут целая больничка! Товарищ майор, вам нужно это увидеть. Судя по всему, здесь кого-то на вязках держали. Скорее всего, насильно. Возможно, даже дочку Ницына. Да! Товарищ майор, это Витя из техотдела. Карта Амосовой засветилась, она каршеринг взяла. Как-то по маяку ее можно отследить? Уже сделали, сейчас пришлем геолокацию. Машина движется. Вызывай экипаж на перехват. Витя со мной. Есть. Привет, мой друг. Скажи, пожалуйста, а что ты там за спиной прячешь? Ничего. И не буду тебя ругать. Никому не скажу. Это будет наш с тобой секрет. Ну ладно, но если вы наврете, то у вас нос отсохнет. Договорились. Но нам с тобой наши договоренности нужно скрепить рукопожатием. Все. Теперь можно. Джерон, ты живой? Он за плинтусом спрятался. Он был голодный. Я его пожалел. Ему очень повезло, что у него такой друг, как ты. Но Джерри у нас особенный мышонок. Он может многих спасти. Среди них моя дочь. И без него не получится. К сожалению, нет. Если бы это было возможно, я бы не просила, поверь. Вилка с нее на грунтовку, и там уже до реки. Ты не волнуйся, я все продумала. Там ниже по реке есть деревня. В деревне живет какая-то бабка-целительница. И к ней народ везут со всей страны на это чудотворное касание. Так что мы скажем, что мы семейная пара, привезли больную родственницу. Таких вопросов не будет. Аккуратнее, пожалуйста. Прости. Делать.
Держись крепче. За ними, в машину! Машину каршеринга блокируем! Спокойно! Спокойно, спокойно! Ну чего? Добегались? Я сейчас дам команду разблокировать дверь. Выходим медленно. Руки держим на виду и без резких движений. Я сегодня нервный. Доступно объясняю. Разблокируй дверь. Двери разблокируйте. Я сейчас все объясню. Я выхожу! Только не трогайте Полину, пожалуйста, отпустите Полину! Отстань от меня! Она ничего плохого не делала. Отпустите. Очень прошу. Давид Масурадзе, Полина Амосова, вы обвиняетесь в убийстве Михаила Демина, Константина Белова и Романа Куницына, а также в похищении его дочери Дарьи Куницыной. Какой Дарьи? Товарищ майор, да. Вряд ли это наша Дарья. В смысле? Смотрите. Не понял. А кто это? Моя мать. Отпустите меня! Валентина! Отпустите меня! Валентина! Постарайтесь успокоиться. Вы можете сделать себе хуже. Мне нужно средство доктора Масурадзе. Дайте мне средство доктора Масурадзе. О чем она говорила? Я думала, ты в курсе. У мамы редкое генетическое заболевание. Ее иммунная система практически уничтожена. Если она не заразна, почему она в костюме химзащиты? А вы что, стали бы перевозить человека без защиты, которого может убить банальный сквозняк, особенно зимой? Допустим, я вам верю. А почему тогда мама не лежит в стационаре? Потому что больницы не горят желанием выделять пожизненные места безнадежно больным. Даже сотрудникам кабинета путешественника? Даже сотрудникам кабинета. Особенно под руководством Романа Куницына. Давид хотел создать лекарство. И даже пошел на мировую с Романом Дмитриевичем. Ну, а Куницын? Ну, Куницын посмеялся. Он вообще был очень веселым человеком, пока речь не заходила о дележке ресурсов для его проекта. Неужели в вашей лаборатории не нашлось бы ресурсов для двух проектов? Роман Дмитриевич слишком любил получать все. Финансирование, оборудование, лабораторные животные. Все для него, для одного человека. Для лекарства от вируса, которого даже не встретишь у нас. Он еще умудрился за последние 5 лет еще и не доделать его и умереть тогда, когда его вот это вот все дело приобрело хоть какой-то смысл. И пока он тратил эти деньги направо или налево с этого гранта, заболевание моей мамы достигло терминальной стадии. И теперь все, что я могу, это продлить ей жизнь или облегчить ее мучения. Вы поэтому испытывали неприязнь к Куницыну? Поэтому убили его? Что? Масурадзе задавал пациентам наркотики? Он в своем уме?
Не только. Тут не только опиаты. Если судить по компонентам, этот препарат должен снимать не только боль, но и замедлять метаболизм и снижать температуру тела. Замедлять скорость течения болезни, потому что кинитра любит тепло, ясно. Вот почему состояние Валентины не ухудшилось за неделю. Майсурат задал ей отсрочку. Мотив, конечно, благородный, но это не повод превращать пациентов в наркоманов. Давид не убивал Романа Дмитриевича. Ну, правда, он вообще не имеет к этому никакого отношения. Может быть, Куницына он не убивал, но есть другое убийство, и причастность вашего коллеги к нему более чем очевидна. Это господин Демин, бизнесмен, скончался в один день с Куницыным. Я не понимаю, Давид здесь при чем? Именно его средство помогло господину Демину обрести вечный покой. Давайте я вам теперь изложу свою версию событий. Очевидно, что вы параллельно с Куницыным вели разработку лекарства, но вам не хватало финансирования. И тогда вы связались с бизнесменом Дёрминым, который, в свою очередь, через своего американского партнера уже нашел для вас финансирование. Ну а дальше вы, очевидно, с Дёрминым что-то не поделили. Наверное, те самые деньги. Какие деньги? Если бы у меня были бы деньги, как вы думаете, я бы содержал свою маму в таких условиях на даче? Давид Георгиевич, давайте так сделаем. Вы сейчас подумайте еще немного. Посидите здесь, а потом вот здесь на бумаге подробно мне все опишите. Да, Саша, ты нашел мою дочь? Нет. Мы арестовали Масурадзе, даже с ним не было. Ее похитил другой. Господи. Мне кажется, я знаю, как его вычислить. Но мне для этого понадобится твоя помощь. Что я должна сделать? Значит, слушай внимательно. Есть надежда выманить похитителя. Но для этого нам нужно, чтобы ты написала некую поддельную формулу. Нужно, чтобы он не сразу разобрался, что формула не настоящая. И еще. Надо записать видеообращение. Поработать на камеру сможешь? Здравствуйте, мистер Смит. Меня зовут Ирина Куницына. Как мне известно, вы хотели договориться о сотрудничестве с моим мужем. Теперь можете договариваться со мной. 500 000, и я отдам вам формулу. Ирина Владимировна. Черт. Боря, я же сказала тебе, жди в ординаторской. Да я заколебался там сидеть. Вы сказали, что я могу помочь, но мне никто ничего не говорит. Потому что нечего пока говорить. Дашу еще не нашли. Ну как наше дело продвигается? Вы нашли, кто первый пациент? Да, был мужчина с особенностями иммунитета, но нам это не помогло. Друзья мои, мы сегодня отмечаем знаменательное событие. Открываем наш кабинет путешественника. Божечки мои, ты как здесь оказался? Ну-ка. Пацан. Всем привет. А кто это у нас такой король? Да. Полный букет болезней. И глисты, и блохи. Но мы быстро его вылечим. Ты посмотри, а? Получил? Да, Жуль, посмотри, кого мы принесли. Такой маленький. Это Колумб, первооткрыватель кабинета путешественников. Да. Хотя подожди. Борис, ты же хотел помочь? Поезжай к нам домой, привези Колумба. Вы меня слить хотите? Нет, нет, это очень важно. Первым пациентом кабинета путешественника был не человек, это был наш кот. А, понял. Я сейчас за 15 минут туда-обратно. Как мне известно, вы хотели договориться о сотрудничестве с моим мужем. Теперь можете договариваться со мной. 500 000, и я отдам вам формулу. Есть. Смит отреагировал. Попался. Колумб! 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 Иди-ка сюда, братан. Иди ко мне. Вот так вот.
сюда. Извиняйте, маленько потревожу. Так. Так. Так это адрес Облака. Есть. Шеф, мы приехали. Подождите, пожалуйста. Wait, ждем здесь. Мне должны передать, окей? Окей. Снова здравствуйте, мистер Смит. Присылайте оставшуюся часть денег. Ваша драгоценная формула скоро будет у вас. Что ты несешь? Формула и так уже у меня. Что? Где вы ее взяли? Ирина прислала. Похоже, она решила исключить посредника, но это ничего не меняет. Я уже заплатил ей, и дважды я платить не собираюсь. Ты идиот! Это подстава! Тебя сейчас завалят! Лови туда! Поехали, поехали, быстро, аэропорт, пожалуйста, быстро. Hello. Добрый день. Hello. Вы арестованы, мистер Смит. Отдайте телефон. Спасибо. Ну, пробей. Что? Что происходит? Вот. Так, отлично, есть точка. Он за городом, шеф. О, дачный поселок Сосновый. Там же дача Волкова. Давай, уезжаем. Не буду. Это не просьба, надевай, я сказал. А ты заставь. Да, Саша. Слушай внимательно. Мы знаем, где держат Дашу. Где она? Я скоро привезу ее к тебе. Ты мне скажи, лекарство готово? Нет, нет, мы не успели. Ясно. В общем, я не знаю, поможет ли это, но я тебе помощников выхлопотал. Каких помощников? Времени нет, так что давайте без лирики. Ты на работу, Якуницына, давай. Спасибо. Так, это тебе. Отлично. Чё-то зябко сегодня. Да. Смотри-ка, хорошо идет. Тысяч на пять. Боже, боже. Так это же тачка по ориентировке проходит. Передай по рации. Обнаружен автомобиль по ориентировке. Что было замечено на Савинском шоссе? Водитель на требование сотрудника ДПС не остановился. Майор Портнов на связи, информацию принял. Подкрепление высылайте, я иду на перехват. Очнулась? Сучка. Лежи спокойно там. Ах ты! Ты что делаешь-то? Грязь! Снимай! Одень маску! Надень, идиотка! Пока!
сторону, быстро! Уберите пистолет, я их всех сверну! Отпусти девушку, я сказал! Стойте, вы находите мне, что вы можете заразиться. Алексей Волков, вы арестованы. Я не арестован. Я обречен. Знаешь, почему я тебя не сразу вычислил? Ты слишком блеклый на фоне своих коллег. Ирины, Масурадзе, даже Полины. Как это неудивительно, тебя защищала твоя посредственность. И ведь ты так всю жизнь прожил. Куницыны из кандидатской помогут. И работу дадут. Но тебе этого было мало. Ты хотел работать над препаратом, чтобы получить часть славы и денег. А тебя не взяли. Они не верили в меня. Лучше бы они тебе не верили. Но Роман считал тебя своим другом. К экспериментам не подпускал. Зато ты имел доступ к его кабинету. Ну и, соответственно, к его компьютеру. Где ты и нашел письмо от господина Смита. У Куницына тогда как раз случился прорыв. Ты подумал, что формула вот-вот появится. Ну, я ответил господину Смиту от имени Романа. Он же все равно от предложения отказался. Ты бы просто взял деньги, которые Куницыну, очевидно, были не нужны. И ты их таки взял. Только вот незадача, ай-яй-яй. Препарат Куницын не создал. Все равно ничего не докажешь. Смит с Деминым начали на тебя давить. Писать, названивать. Потом пришли в кабинет. Ты занервничал. Ну и чтобы стимулировать Куницына... Ты дал ему настоящего подопытного. Константина Белова, которого заразил Кенитра руками Полины. Всего один укол? Ну да, вы же нас почти здоровы. Наши люди всю свалку перерыли. Но таки нашли медицинские отходы из вашей клиники, выброшенные за день до смерти Белова. На шприце с остатками кенитры, отпечатки Полины. И твои. Подумаешь, шприц взял в руки. Так ведь это только начало истории. Уже потом, загнанный в угол, ты сам позвонил Демину и договорился о встрече. Ты ведь тоже тогда отлучался из кабинета, только через черный ход и минут на 20. Никто даже не заметил, что ты ушел. А ты за это время успел человека завалить. Ты так уверен, что я его грохнул, да? Тот, кто это сделал, точно знал, где мой сурат захоронит свое средство. И точно знал, как оно действует. Значит, у убийцы был постоянный доступ в лабораторию. На момент убийства Демина у всех сотрудников, вхожих туда, имеется подтвержденное алиби. Кроме тебя. Да и мотив у тебя был, будь здоров. Куницын с препаратом не успевал. И ты решил впарить покупателям экспериментальный сырье Масурадзе. В качестве аванса. Думал, сможешь нас кинуть. А делаешь ты вот этой пустышкой? Ты труп волка. Я знал, что тебе нельзя доверять, тварь. Ничего, ты еще пожалеешь. Пожалеешь. Это ты идиот ли думал, что я приду без подстраховки? Когда ты вернулся в кабинет, вирус в крови Константина Белова бушевал вовсю. Только Куницын спасти его не успел. И тогда ты решил пойти ва-банк. Заразить самого Романа. Ты заменил вирусом его инсулин. Расчет, в принципе, был верный. Если бы Роман спасся, появилось бы проверенное средство для продажи. А если бы нет, ты бы избавился от главного свидетеля. Да какая разница? Я все равно умру. Так просто ты не отделаешься. Ирина закончит работу над лекарством и спасет тебя.
А уж о том, чтоб ты живой и здоровый до конца дней своих гнил в тюрьме, я уж как-нибудь позабочусь. Ты это заслужил. Вот и все. Спасибо тебе, малыш. Ты нам очень-очень помог. Держи. Давай. Иди сюда. Иди. Не, верни его в контейнер. Он нам больше не нужен. На ком ты будешь использовать препарат? Сразу на пациентах. У нас нет времени на испытания. Мам, если я умру, как папа. Не смей так говорить. Ты не умрешь. Я просто хотела тебе сказать, что я очень тебя люблю. Я тоже тебя очень-очень люблю, Кнопочка. Больше всех на свете. Что теперь будет? Ничего. Ты просто уснешь. А когда проснешься, тебе будет лучше. Так, выписка, рецепты. Рекомендация от врача, назначение дерматолога. Вроде ничего не забыли. Подождите, забыли. Держи. Это Элджерон? Да, он по тебе скучал. Мы решили, что друзей разлучать нельзя. Мне как-то неспокойно. А вдруг он заразный или аллергия пойдет? Мы долго наблюдали за их общением. Так что риски исключены. Наоборот, когда появился друг, Вася стала лучше. Посмотрите, как он счастлив. Ой, извините, что так накрутила. Просто когда у него животик болит, я прям паникую. Не переживайте. Анализы чистые, никаких следов инвазии ни у вас, ни у малышей. Но вы говорили, рецидив возможен? К сожалению, да. Так что на контроль каждый год. И чтоб как штык, а не как обычно бывает. Придем. Ой, Марин, ты же в ЗАГС опоздаешь. Угу. Наш уже там, наверное. Угу. Да. Развожусь с Колей. Только не делайте вид, что удивлены. Пойдем. Пойдем. Мы ведем свой репортаж из кабинета путешественника экспериментального отделения городской больницы, где полгода назад было создано лекарство от кенитровируса. Вы немного не точно даете информацию. Дело в том, что было создано не только лекарство, а и вакцина для предупреждения этой страшной болезни. И вот с сегодняшнего дня практически любая страна мира может закупать эту вакцину. А главным героем сегодняшнего торжества, безусловно, является доктор медицинских наук Ирина Владимировна Куницына. И именно ее трудами и были созданы и это лекарство, и вакцина. Спасибо. Спасибо, Владимир Леонидович, за теплые слова. Но сегодня принимать почести должна не только я. Создание лекарства и вакцины было бы невозможно без вклада всех этих замечательных людей, которые работают в кабинете путешественника. И людей, которые отдали свои жизни за это открытие. Ну и именно этим людям мы и открываем сегодня эти мемориальные доски. Владимировна, скажите, пожалуйста, что вы сейчас планируете делать, вот сейчас, когда перед вами открыты двери всех лабораторий мира? Лечить людей. Да. Простите, меня ждет пациент.